Только развернусь посмотреть на любимый лес, снять начало видео, а там зонтик стоит. Шикарнейший. Ой, какая красота. Только-только подъехали. Давно в лесу мы не были. Какое счастье. Здесь вот Оля уже лисичек нашла. А я вот смотрю, такие маленькие-маленькие красивенькие грибочки. Поганочки, сладкая парочка. Сейчас будет дело веселое. Грибы-зонтики – это деликатес. Деликатесные грибы. Они очень легкие для пищеварения. Их можно даже сырыми есть, если в лесу потерялся невзначай. Но их просто приготавливать в кляре можно. Просто чуть-чуть пожарить с луком немножко в суп. А сушить, так они легко сушатся, так просто даже, без сушилок. Некоторые даже ножки сушат, берут. Им мало грибов, так они еще и ножки сушат. Связывают их потом веревочки, ниточки, а потом в суп бросают. И выбрасывают, потому что они бывают деревянные очень-очень-очень. Это породистый гриб. Он беленький. Бывают краснеющие. Срежь его, ножка краснеет, пластинки краснеют. А этот не покраснеет. Это супер. Король из этой серии. Зеленую сыроежку я в лесу не оставляю. Если она чистая, я ее всегда беру. Они самые лучшие, крепкие. Ну вот, ты уже засох. Ну, за компанию я тебе тоже покажу. Вот тут где-то рядом зонтик. Сейчас посмотрим. А деревья мне нравятся вот такие. И лес здесь вот такой. Хоть бы Олю не потерять. Мы приехали вдвоем. Я еле-еле выехала из гаража. Не могла открыть все эти замки. Блин. Вот это, наверное, маховичок растет. Как бы к нему подобраться? Сейчас посмотрим. Думаю, что это он. Хороший гриб. Он самый, но наполовину кто-то его уже поел. А я хочу показать вот эту красоту. Какой-то мох необыкновенный. Цветущий мох вижу впервые. Я потрогала, смотрю. На самом деле это мох. Неужели это мох так цветет? Ой, интересно. Послушайте, друзья. Это точно цветет мох. Цветущий мох. Неужели это какие-то паразиты его тут кушают наверху? Поблизости больше такого цветущего мха я не нашла. Это как на Иван Купала. Блин, бывает всякие чудеса. Расцветает что-то там такое один раз в год. А, папоротник цветет один раз в год. А у меня здесь вон что цветет. Остапа понесло. Побежала по всему лесу. Возле машины сразу попался зонтик-маховик, лисички. А я поскакала по всему лесу, бегала-бегала, ничего не нашла. Вот сейчас я вижу под дубешку сейчас, но она, видимо, старая. Я их тоже всегда беру. Фиолетовые такие, они коричневатые бывают, такие темненькие, млечники, с молочком. Может быть, я эти лисички и не заметила бы, под листьями они были. Если бы не, вон там еще вижу. Если бы не вот эти вот экзотические грибы. Их даже называют не рогатики, а рожок клейкий. Второй раз они мне уже в этом лесу попадаются. Но они уже, видимо, подзавяли. Они несъедобные. А лисички хороши. А лисички хороши. Берем. Все, лисички да лисички. Хотя вру, у меня их еще нет. Но вот это красивое и мало у кого бывает на видео. Никто такие не снимает, а я люблю поганочки снимать. Может быть, даже они и съедобные, кто их знает. Но мне сказал мухомор, мне сказал, что лисичку иди забирай. Но только один мухомор и одна лисичка. Жадный ты мухомор. Вот она какая, хорошенькая. Сейчас будем дальше смотреть. А уже листьев полно. Сегодня уже 23-е, что ли, 4-е.
О, красавчик. А что ты мне скажешь, а? Ну-ка, скажи, где грибы запрятаны. А, давай-ка. Быстренько говори. Где тут хорошие грибы растут? Нет, ты тоже жадный. Только мне вон ту мелкую сыроежку подарил. Ну ладно, пойдем искать. Но раз вы мне не говорите, где хорошие грибы, я на обратном пути вас заберу самих. Раз не хотите мне указывать на грибы, ну, всех соберу. Но не всех, только самых-самых красивых. Это Оля мухоморы нашла. Два, а я третий. Да, мой еще красивее, чем твои. Но твой желтенький очень красивый. Мухоморчик без пятнышек. И дождик смыл. Хоть он и молодой, но... Вот он, вот он, вот он. Не хочешь говорить, где хорошие грибы? Ах так. Заберу-ка я тебя с собой. Мне один друг написал, что сушит мухоморчики и каждый день по лепесточку сушеный кушает. Ему хорошо. И может и мне будет хорошо, надо тебя взять. А вон еще мухомор. Я этот возьму. Вот этот. Лисички вы какие. Не очень чистые. А, да, давай не будем брать. Нет, чистые. Будем брать, ты что. Чистые, нечистые. У нас небольшой выбор сегодня. Самое главное, что это черника голая. Красивый трутовик земляной. А в чернике были... Ну, вот. Ну, а вот. Дуба нету. Хоть такие, да. А дуба нет, это млечники, они везде растут. Но называем их под дубешками вот такого вида. Они с молочком. Я их всегда беру. Сизовато, синевато. И вон там еще одна. Один. Уже на бекрень. Стоит. Они мне пригодятся, они чистые. Вот она маленькая какая. Тоже. Вот они какие. У них выступает на срезе млечный сок. По пластинкам на ножичком, если провести, тоже сок выступит. А там еще большая. Смотри, да? Там еще. Вон там о, еще. Во, это то, большая. Что мы не забрали. Представляешь, это нет, они столько не растут. Это новенькие ну, выросли. А сколько это было? Месяц назад. Ну, месяц назад они уже сгнили бы. Нет, ты представляешь, выросли. Какая красота. Ну, вырвешь ты. Давай. На все четыре стороны. Но грибов-то ни в какой стороне нету. Пока что. Сейчас посмотрим дальше. Придется отъехать в другое место.